Мы не собирались делать фильм об этом турне, так как его подготовка и проведение проводились в столь сжатые сроки, что мысль взять с собой профессионального оператора не приходила нам в голову. Но тем не менее мы взяли с собой обычную видеокамеру для того, чтобы поснимать концерты, тусовки, ну и просто так, для себя. И поэтому мы не очень серьезно относились к съемке, и камера переходила из рук в руки в зависимости от того, кто был в данный момент свободен. А вот, например, наш техник Рауль на все руки умудрялся обслуживать барабаны, пускать дым и газ, следить за ситуацией на сцене, в зале, в мире и еще снимать. А когда был особенно занят, то привязывал камеру к ноге, к спине и к другим частям тела. В результате чего получилось альтернативное видео. Когда гастроли закончились, и мы решили посмотреть отснятый материал, то не сговариваясь, решили сделать фильм, так как именно такая съемка передавала общую атмосферу концертов и всего турне. Звук в этом фильме взят прямо с камеры. Мы ничего не подкладывали, ничего не корректировали. По ходу фильма мы будем комментировать происходящее и рассказывать различные истории, которые происходили с нами в этом турне. Итак, в начале февраля мы выехали из Москвы. Мороз был градусов 15. Почему я начал говорить о погоде, поймете потом. Мы погрузились в автобус ЗИЛ, который был сделан для правительства, но в данный момент обслуживал нас, и поехали в сторону Черного моря. Также с нами ехал автофургон, доверху набитый аппаратурой, в который мы положили свои вещи не первой необходимости, а также гитары и примочки, о чем потом очень пожалели. А пожалели мы об этом через 2 дня, когда приехали в Тулу, и узнали, что за бортом минус 32. В общем, все наши гитары и примочки померзли, и их пришлось несколько часов отогревать в гостинице. А ночью замерз наш автобус, и мы не могли уехать из Тулы 2 дня, в результате чего пришлось отменить 2 концерта. Белгороде у нас вообще особые воспоминания. Прием публики был настолько горячий, что вместо запланированного выходного мы решили на следующий день отыграть еще один концерт. А билеты на этот 2-й концерт мы сделали в 2 раза дешевле. Еще пообещали дарить подарки в виде наших кассет с альбома No Brain, No Failure. Кстати, дарили. Все это было сделано без всякой дополнительной рекламы, однако народу пришло почти столько же, сколько и на 1-й концерт. Еще там был такой безумный директор, который, с одной стороны, вроде как разрешил проведение 2-го мероприятия, а с другой стороны, он не понимал, что происходит, почему все вскочили со своих мест и начали дико рубиться. В общем, он выхватывал у меня микрофон прямо во время песен, приказывал всем сесть, а когда отчаялся, просто уже сам спустился в зал и начал всех усаживать. Так он весь концерт и протусовался. Как настроение? Хорошее? Хорошая! Хорошая! Спасибо, что пришли к нам на концерт. Сейчас прозвучит песня, которая называется Visions of Darkness, песня с альбома No Brain, No Brain!
После концертов в Белгороде мы двинули на Ростов, где нам предстояло жить неделю и отыграть 5 концертов. Но несмотря на то, что мы ехали на юг, морозы продолжали усиливаться. Приехав в Ростов, мы узнали, что таких морозов у них не было уже лет 40. Естественно, к такой погоде гостиницы у них не приспособлены. Поэтому половина из нас спала в шапках, а техник Гиндос спал в коньках, который он выменял с пьяну на свои ботинки у какого-то злобного чечена. Проснувшись с утра, мы решили, что надо сваливать, иначе мы все замерзнем. Через некоторое время разведка доложила точно, что под Ростовом, в городе Аксай, тишиной объят бывший цеховский пансионат, прямо на Дону. Через час мы уже жили там. Зима, зима, однако, Ростов! И одном альты. Что? Шпайз он сломал. Вот этот. Да вот. Как я тебе показывать буду? Через сколько будет, Миша? Сегодня мы в городе Шахта. К сожалению, в нашем автобусе, который рассчитан на 12 человек, ехало 14 человек, и поэтому двое человек не уместилось. И, в принципе, мы стали искать различные пути для того, чтобы... перемещает других людей. Вот наш барабанщик, например,
едет в контейнере, в трейлере груженном. Вот пришлось вот так вот. Что, концерт, что ли? Да, все, все уже. Город Шахты. Город Шахты. Влезай. В следующий раз едем уже мы в кофрах из-под маршалов. Если бы месяца за 4 до того, как мы поехали в это турне, мне бы кто-нибудь сказал, что мы, группа Hellraiser, проедем по всей стране на собственном автобусе с профессиональной аппаратурой, профессиональным техперсоналом и охраной и реально отыграем более 50 концертов почти за 2 месяца, я бы счел этого человека как минимум душевно больным. И это вовсе не потому, что мы мало играем или мало популярны, а просто сама ситуация в стране с тяжелой музыкой, да вообще с рок-музыкой, такова, что не приходится говорить даже о серии мелких концертов, не то что о каких-то крупных турне. А групп, профессионально играющих эту музыку и регулярно выпускающих альбомы, не наберется и 5. Отыграв концерты в Ростове, Таганроге, Шахтах и Волгодонске, мы выехали из Ростовской области и попали в Краснодарский край, а точнее в город Ейск, что на берегу Азовского моря, который встретил нас туманом, 2 градусами тепла и классным концертом. Утром следующего дня мы выехали в Краснодар. Нас испьет! Да, горячий, февраль, холодный очень месяц. Погода очень морозная. Вот они. Посадили нас за решетку. Что теперь делать? Здесь будет проходить концерт. Гастроли закончены. А завтра, завтра день советской армии. У нас зимой снег. После концерта в Краснодаре все наши опасения по поводу того, что рок-музыка в нашей стране не популярна и что на концерт придет мало народу, окончательно рассеялись. Мы играли в ночном клубе, по-моему, он назывался «Лас-Вегас», где, как и во всех ночных клубах, сцена была настолько мала, что половина аппаратуры вообще не уместилась. И нам приходилось стоять на месте для того, чтобы что-нибудь не задеть. Тем не менее, концерт удался. Далее наш путь следовал в Анапу, маленький, но известный черноморский город с многочисленными летними консулами, то есть пионерлагерями.
Первая часть нашего турне подходила к концу. Бухло растет. Вода. 23 февраля сегодня праздник. Трава зеленая. Ветер дует, еле встает. Солдат идет. Олег, ты оказывается солдат единственный из рок-н-ролла, который служил в армии. Да не только в армии. Братишка. Кстати, с праздником я забыл. Кстати, не наш праздник. С праздником. А ты что, пограничник, ты же... Они смогут служить. В Анапе произошел очень интересный случай. К нам подошли организаторы и попросили пропустить где-то человек 150 матросов бесплатно. Так как дело было в преддверии праздника 23 февраля, или даже непосредственно 23 февраля, мы, естественно, разрешили. Они так мирно вошли, строем сели в зал на задние ряды. 3-4 песни они сидели спокойно. Потом группа человек в 30 от них отделилась и вышла из зала. Через минуту они ворвались в зал уже в одних тельняшках, кинулись к сцене, начали дико рубиться. Во всех ДК есть оркестровые ямы. Этот ДК не был исключением. Исключением он был только в том, что яма здесь была особенно глубока. Метр, наверное, 3 или 3,5, и не закрыта. Мы, естественно, предупредили об этом, чтобы не лезли на сцену, иначе могут упасть, поломать там руки-ноги. В общем, один из моряков туда все-таки упал. Причем падал он, не переставая рубиться, показывая козы и головой прямо вниз. Но мы, не переставая играть, так подходим к краю сцены, посмотреть, что там происходит. Может, помощь нужна? 3 метра все-таки. Картина была следующей. На дне оркестровой ямы, в полном одиночестве, стоял матрос, что-то кричал, дико рубился, показывал козы. В общем, оказался жив-здоров. Новороссийск. Последний город в первой части нашего турне. Правда, еще был запланирован концерт в Туапсе, но, к сожалению, он был отменен в связи с тем, что наш техник Рауль заблудился в горах, когда на спор нес на себе басовую колонку и звуковой пульт. К счастью, он потом нашелся в Краснодаре. Песня называется «Killed by Death». Очень легкие слова, припев точно такой же «Killed by Death». Поэтому, если будет мазал, в общем, покрывается.
Внутрь посмотри теперь. Видишь, там горит огонек? Да, там ты теперь. А теперь нажми. Продолжалось так же замечательно, как началось, а может быть и лучше. Что скажете? Я тебе показываю. Ленина. О! Спасибо. Этим все сказано. Закусываем? Проходи, мальчик, проходи. У самих револьверы найдутся. Время. Родина в опасности. Тут никого нету. На улице. Сними, где готовится наш обед. Раулька. Раулькин? Наступила голодовка, есть нечего. Вот приходится. Живем в хот-доге. Да, хот-доги вот такие. Это на один хот-дог рассчитано, одна сосиска. Еще покупается два батона, складывается вместе, проливается двумя банками кетчупа и замазывается проволокой. И все, пиес, это все с головы. Открой туалет, я снул. Да, вот это наш туалет. И курилка-дурилка. Вот здесь ездят курящие люди в этой комнате. Да, там комната вот. Да, вот тут скажу. Там кому совсем очень плохо стоит. Потому что здесь классно. Во второй части нашего турне, как вы могли уже заметить, появились новые люди. Некоторые были заменены на других, как, например, в техперсонале. А некоторые, например, турменеджер, охрана, появились впервые. Вообще мы старались не раздувать штат, даже наоборот, практически все работали с двойной нагрузкой и выполняли сразу несколько видов работ.
Но по опыту первой части турне и охрана, и турменеджер были нам крайне необходимы. Вообще в среднем с нами постоянно ездило человек 14-16. Но менялись не только люди, но и наши транспортные средства вместе с водителями. Всю первую часть турне мы откатали на Зиле, который в течение 20 дней побывал от минус 32 градусов до плюс 23 и ни разу не сломался, только замерз один раз после помывки. В начале второй части мы взяли туристический автобус Mercedes, так как у нас стало больше народу и мы уже не помещались в Зиле. Но после того, как мы побывали в Архангельске, Петрозаводске, Череповце и проехали по Золотому кольцу, автобус пришлось отдать, так как фирма, сдавшая нам его в аренду, состремалась отпускать его за Урал и попыталась впарить нам его за 60 тысяч американских долларов, на что мы в принципе согласились. Но бдительные специалисты из ЛДПР распознали подставу. Пробег был не 100 тысяч километров, как указывалось на спидометре, а все 300. И мы его отдали назад и в срочном порядке пересели на «Газель» и «Волгу». Это все, что мы смогли найти за 16 часов нашего пребывания в Москве. Конечно, качество этих машин нельзя сравнивать с «Мерседесом» или правительственным «Зилом». Но мы получили компенсацию в лице двух стремительных и неугомонных водителей. Еще через 2 недели в город Чебоксары нам опять приехал «Зил». Правда, он должен был приехать еще сутки назад в Нижний Новгород. Но мы ведь не знали, что за рулем сидел профессиональный водитель, не привыкший отступать перед дорожными трудностями, например, такими как прямая заасфальтированная дорога, и беспощадно игнорирующие какие бы то ни было знаки и указатели, а равные дорожные карты. Дальше мы расскажем об этом, не побоюсь этого слова, водителе и ситуациях, в которые мы из-за него попадали. Саундчек, или по-русски говоря, отстройка звука, проводится перед каждым концертом, если концерт, конечно, не проводится под фанеру. Вообще, можно сказать, что мечта любого музыканта – это когда он играет на одной и той же аппаратуре, естественно, высшего качества, и работает с одним и тем же техперсоналом. В данном турне эта мечта для нас стала реальностью. Концерт на 15-й у нас уже не было необходимости настраивать звук на сцене, так как мы давно уже все отрулили. И Игорь Бабуров, звукооператор на сцене, прекрасно справлялся с этой задачей сам, всего лишь за 10-15 минут. Но звук в зале, тем не менее, приходилось отстраивать всегда, так как все залы имеют разную конфигурацию и, соответственно, разную акустику. Причем, если в начале турне на саундчек уходило почти 2 часа, то к концу турне мы справлялись с этой задачей за 20-30 минут. Отруливает звук. Новое слово в рок-музыке. Всем курит! Эта песня называется альбом No Brain, No Pain. Она так и называется No Brain, No Pain.
Во время нашего тура у нас практически не было времени на то, чтобы посещать какие-либо музеи, интересные места и достопримечательности городов, в которых у нас были концерты. Но в Новгороде у нас это все же получилось. Мы походили по городу, побывали в Кремле и даже умудрились посетить местный музей. В этом музее, как и в большинстве других, съемка на фото или видеокамеру была запрещена. А у нас с собой как раз была видеокамера. И на входе в музей нас попросили камеру сдать. Когда мы спросили, кто будет нести ответственность, если вдруг камеру украдут, администрация музея зашифровалась и никакого вразумительного ответа нам не дала. И в итоге мы камеру пронесли с собой, пообещав, что снимать не будем. Тем не менее, съемку мы все-таки сделали из-под полы. Такие вот дела. Сегодня мы играем в славном городе Архангельске. Надеемся, люди после нашего концерта будет значительно теплее. Иначе ты все померзли. Я один ударю парень в России. Один медиатор, у нас тут канал. А это наш барабанщик разминается перед боем. Он там останется, Раул. Олег сейчас лежит в цели. Для того, чтобы охватить наибольшее количество городов, маршрут турне был составлен зигзагом, и иногда в течение нескольких часов пути температура менялась с плюса на минус. Например, уезжая из Архангельска, температура была минус 10, а через 6 часов в Вельске уже плюс 20. Что, скоро надо выходить. Все готовятся к выходу на сцену. Ну, Саша приготовился. Да, сейчас ответственный концерт. Приедут все депутаты. Валет, сделай. Неблизинная роль. Буквально перед самым началом тура мы все решили обзавестись радиошнурами. Радиус действия у них до 100 метров, и можно бегать по сцене и залу, не думая о том, что можно запутаться и упасть. Но у них есть один минус, о котором нас, правда, предупредили во время покупки. Если частота работы радиошнура совпадает с частотой милицейской или какой-либо другой рации, то все переговоры будут слышны в колонках вместе со звуком гитар. Первый раз пересечение произошло в городе Липецке, перед самым началом концерта, когда мы прикалывались на сцене. Thank you.
по счету это уже около 40-го концерта. На эту сцену выходит легендарная московская группа, которая называется... Идея этого турне родилась после того, как на одном из концертов в ночном клубе мы познакомились с Владимиром Вольфовичем Жириновским и пришли к обоюдовыгодному соглашению о проведении этого турне при его поддержке. Особенно трудно пришлось при подготовке первой части турне, так как опыта ни у меня, ни у Мефодия, а именно мы занимались подготовкой всего турне, не было. В распоряжении у нас был всего один месяц. Рабочий день у нас начинался в 8 часов утра, заканчивался в 8 часов вечера, после чего была трехчасовая репетиция. И это при том, что обычным пробуждением у нас считалось с 12 до 3 часов. В Пензе у нас было немного времени, и мы решили прогуляться по городу. Так как погода была теплая и солнечная, мы решили купить солнечные очки. Зайдя в один из магазинов, мы были несколько озадачены. На витрине, где лежали очки, огромными буквами было написано «Сделано в Китае», а на очках было написано «Сделано в Японии». После долгих споров мы пришли к выводу, что японцы подделываются под китайцев, чтобы лучше продавалось. В итоге, купив эти китайско-японские очки, мы пошли гулять по городу. Парень, невеста жену, и кому? Это в Пензе так рисуют. А? Я говорю, это в Пензе вот так вот рисуют, так вот, как вот. Купи себе каждый номер. А у меня и так висит. Я дежурю. Это ваша работа, да? Oh shit! Ночью, когда мы ехали по Алтайскому краю, на наш трейлер, который ехал впереди, было совершено нападение. Восьмерка, в которой сидели четыре бритых затылка, без опознавательных знаков, обогнала трейлер, включила знак аварийной остановки и пыталась его остановить. Но в трейлере находился наш бдительный охранник Игорь. В общем, после предупредительного выстрела в голову одному из нападавших, они ретировались.
Но ежик вырвал из рук белый гриб, который мы нашли. Мы его несли вдвоем с Сэмом. Он шляпку бросал. А ежик падла. А ежик падла выключил из угла и отнял. Ужасно, день испорчен весь, просто. Вот он. А сейчас мы, собственно, находимся мы в лесу под Ёж-Королой. Хотели поехать на озеро, но там написано было, что частная собственность, короче, озеро купили. Отважные... Марийцы. Ёж-Королинские храбрецы. Марийские. Отважные, короче, марийские храбрецы просто купили озеро. Вот теперь вот на этом в отметку спалили лес. И теперь сейчас будем копать новое озеро. Потом вчера еще пару. Ребята, помогите. Вот похоже одному. Был второму. Был. Ломаю. Так, опять шашлыки, город Балаково. Правда, в этот раз мясо. Шашлыки настоящие. Завалили наф-нафа. Наф-нафа завалили, сейчас будем есть. Время у нас 17.59. 6 часов. Вася Шоу! Произведение искусства, сделанное Питышем и Олегом. Это рассол? Да. Ну, это все. Это два сол. С них слилось. Рассол бемол. Жарко, однако, на улице. А зачем? Молодежь вообще-то здесь порвется. Мне уважают. Там деду. Больше я не могу сказать. Я не могу. Вообще-то у меня мысль такая. Молодежь вся и не туда. А куда я пойду? Там деду. Здесь я не могу туда. Куда? А Вася здесь. А куда идти? Только Владимир Вольфович мне поможет. Больше я ничего не могу. Я сейчас сдох. Это была передача Василий и его очки, жизнь. Григорий. Василий и Ридли. Вот теперь... Роль Василия. Русской революции. Теперь, у меня уже челюсть свело. Теперь масть снять ту корову, которую мы видели. Вообще, а где она? Олег! Давай выйдем. Блядь! Готов? Да, снимай.
Это корова попала на концерт группы Hellraiser. Она нападала на группу Hellraiser. Хотела напасть. Когда у нас отменился концерт в Барнауле, потому что организатор оказался полным отморозком, и к телефону нам все время говорил, что все клево, все нас ждут, а когда мы приехали, он просто оттуда свалил из Барнаула. Мы решили поехать на шашлыки. Вообще, шашлыки, вот когда вы там видите какие-то лесные тусовки в фильме, это они у нас всегда символизировали отмену концерта. В данном случае не было исключением. Значит, мы выехали из города, куда-то мы в следующий город уже поехали, это Алтайский край, по-моему. Нашли там такое живописное место около речки, оставили там трейлер, автобус, кто-то пошел там за елками, там палками, кто-то пошел ловить рыбу, кто-то еще там по полю пошел там птиц снимать или еще чего-нибудь. В общем, все разбрелись. Сделали мы шашлыки, все клево, отдыхаем, ну и часть из нас так нормально, в общем, так напилась, так как работа тяжелая все-таки. И день, когда отдых, то есть, естественно, как люди расслабляются. Потом мы смотрим, подъезжает мимо машина какая-то, проезжает с сторонним рулем там, то есть все такие дети. Там сидит два мужика и две девки какие-то. Вот они проехали вдалеке, где-то стали, ну, мы не обратили на них внимания, в общем, где. Ну, идет время, как бы люди начинают у нас все больше и больше шататься, уже держатся за березы. И вдруг эта машина возвращается назад, как бы встает перед нами, ну, фарами к нам, ну, вдалеке где-то метров, на расстоянии метров 30. Ну и, судя по всему, они наблюдают за нами. Мы наблюдаем за ними, ничего не происходит. Потом оттуда выходят эти две девки. То есть такая сцена, что вроде бы их оттуда выгоняют. То есть они так плохо накрашены, такие все как бы пьяные, вроде их там эти мужики оттуда выкинули, там оставили, и машина уехала. Они остаются. Идут прямиком к нам. Мы сразу, в общем-то, понимаем, что просто так в лицо это не бывает, что это явно какое-то кидалово. Там, наверное, думают, сейчас люди напились, там в трейлере может что-то лежит, а там и лежало. И они направляются к нам, но мы решили, что сразу надо как бы расставить точки над «и». Они подходят, такие накрашенные, там мимо, там помаду вот так, типа они такие вообще никакие пьяные. А у нас-то ребята одни. Думаю, что сейчас мы плюнем сразу на них. Подходит, ой, ребята, привет, как дела, что вы здесь делаете? В общем, наш бдительный охранник, о котором уже упоминал Сигарёв, снимает так куртку, у него пистолет тут торчит. Они тут же протрезвели и побежали к машине. То есть их тут туда посадили, они уехали. В общем, охрана нужна обязательно в этом турне, и мы в этом... Если у нас до начала турне еще были какие-то в этом сомнения, то во время турне они все отпали. Охота на кур со слэйрами. Концерт. Группа Мефодик. А это слушатели, фанаты. Группа Мефодик. Не, а мне в кафе китай один. Я вообще рубился. У меня все эти остались в парке, я надо дом пошли. Да, курит. Куда у пизда? Иди слушай, как благодарная пицца. Вот видишь. Она сама видишь. Из габбар. Долбоёв, на самом деле я знал, что делал. Я смотрю, ручьи.
Мы ехали из Томска и решили остановиться на реке, по-моему, она Томь называлась, чтобы половить рыбу. Мы, в принципе, часто останавливались там на пикничок, на рыбалку, когда у нас было для этого времени. В общем, мы остановились, у нас были удочки с собой, там кто-то пошел костер разводить, кто-то еще что-то. В общем, я, вот Леша, там и еще там несколько человек, мы пошли ловить рыбу. Ну, стоим, кидаем спиннинг, там удочки, всякую эту фигню. Я смотрю, сзади сидит у меня мужик такой полупьяный, ну, судя по всему, местный, смотрит, как я ловлю рыбу. Минут через 10 он ко мне подошел и сказал такую речь, которая состояла процентов на 90 из матерных слов, но смысл ее сводился к тому, что рыбу я ловлю неправильно. Я его спросил, как правильно, он сказал, пойдем покажу. Только как бы надо за это налить водки ему. Ну, мы ему налили водки, или пообещали, не помню. В общем, налили в итоге. И он пошел показывать. Говорит, стойте, подвел нас к берегу, говорит, стойте здесь. Ну, мы стоим здесь у берега. Он пошел себе домой, сходил. Смотрим, тащит оттуда кабель такой высоковольтный. Притащил этот кабель высоковольтный. В общем, смысл рыбалки сводится к тому, что кабель подключается к сети, там, по-моему, 380 или 360 вольт, я не помню, и бросается в реку. И, как он говорил, вот такая вот рыба просто сразу всплывает. То есть они так всегда ловят, это национальная русская рыбалка. В общем, мы ждем, что всплывет, всплыли вот такие вот мальки. Он их собрал и молча ушел. А потом он сказал, спросил, где мы играем. Мы сказали, что мы играем в группе Hellraiser. Он офигел там, да, Hellraiser. Я, говорит, слышал. Мы говорим, а когда ты слышал? Он сказал, что он слышал в Афганистане в 82-м году, когда он там воевал. Ну, для как бы информации, мы с 89-го года существуем. Лёха решил расстроить гитару. Ты все время настроен, не настроен? Да-да. Она расстроилась круто. Выезд сцены на концерт в Челябинске. После 45 городов. Проходит репетиция перед выступлением в городе Новосибирске. Группа Hellraiser. Супер тур. Ein, zwei, drei, vier.